За незаконное занятие государственных земельных участков предусмотрен штраф на физических лиц в размере 75, на субъектов малого предпринимательства и некоммерческие организации в размере 100 месячных расчетных показателей. Компетенции уполномоченного органа по контролю за использованием и охраной земель относятся выявление и возврат в государственную собственность земель, используемых с нарушением законодательства. В рамках реализации проекта «Земля по закону. Прекратим самозахват» в прокуратуре города Уральск создана мобильная группа по противодействию самовольным захватам земель совместно с уполномоченными и местными исполнительными органами. Если вам стало известно о фактах самовольного захвата земель в городе Уральск, просим сообщить по телефонам прокуратуры города Уральск 50 79 95 или 8 775 116 40 54. Управление по контролю за использованием и охраной земель Западной Казахстанской области 26 96 16.